Бразильская звезда футбола Кака стал первым в мире спортсменом, число последователей которого в Твиттере достигло 10 миллионов. Он стал 16-м человеком в мире, который достиг этой отметки. Искренний христианин-футболист, один из самых популярных звезд футбола в мире и одна из самых популярных личностей в Твиттере. Центральному нападающему, играющему сейчас за испанский футбольный клуб «Реал Мадрид», неделю назад не хватало 30 тысяч человек, но за один день его последователями стали 35 тысяч, сообщает сайт twitter.counter.com. Его коллега по команде Криштиано Роналдо считается одним из самых лучших футболистов в мире. Он показал второй по популярности результат среди спортсменов в социальных сетях. Сейчас Роналдо на 21 месте, и у него 9 миллионов последователей. Первые две строки по популярности в Твиттере занимают музыканты. Леди Гага и Джастин Бибер имеют более 20 миллионов последователей каждый. Кака придерживается более личного подхода к контактам с фанатами в социальных сетях. Он часто пишет послания на английском, испанском и португальском. Кака обычно пишет короткие послания в несколько раз в день и размещает свои фото и фото коллег по команде. Кака называет себя христианином, мужем и отцом, который любит футбол. Он несколько раз доказывал свою веру в Бога и посвящение Иисусу своей карьерой, вызывая расположение христианских поклонников футбола во всем мире.